Поэтому я вам хочу сказать, что партия «Гражданская платформа» не будет принимать участие в процедуре продления лицензии действующего мэра. Мы призываем, и обращаюсь ко всем москвичам, у нас с вами есть год для того, чтобы подготовиться к выборам в московский парламент, который сейчас Московская дума не представляет интересы москвичей. Поэтому у нас есть этот год, он пройдет под лозунгом «Мэр ваш, дума наша». Вы у нас отобрали мэра, мы заберем у вас думу. Опору я буду делать на муниципальных депутатов. Сейчас мы с ними продолжаем работать, нормально контактируем. И соберем мощную команду, которая должна в 2014 году выиграть выборы в Московскую городскую думу. Это очень важный этап. Я думаю, что я обращусь ко всем политическим партиям, чтобы они понимали, что участие в этих выборах идет против интереса москвичей. Одновременно мы эти выборы не пропустим. Мы начнем выборы в Московскую думу, используя внимание москвичей в выборы мэра. Мы предложим свою программу видения Москвы. Я уже говорил о том, что участие любой политической партии является в некотором смысле в подтверждение легитимности продления лицензии действующего мэра. Поэтому наша позиция вот именно такая. В зависимости от того, как произойдет регистрация всех участников, мы ближе к началу выборов сделаем политическое заявление и обратимся напрямую к москвичам. Спасибо. Вести.